Этот экспресс-обзор посвящен метеостанции TFA Sky, состоящей из базовой станции и внешнего датчика температуры и влажности. Внешний датчик оснащен дисплеем, на котором отображается температура и влажность. Радиус действия датчика — 60 метров в прямой видимости. Базовый блок метеостанции оснащен монохромным дисплеем размером 92 на 82 мм. Основная информация представлена числами и пиктограммами достаточно большого размера, чтобы они комфортно читались с расстояния около 3 метров. Станция, как и внешний датчик, питаются от батареек. Соответственно, работает только временная подсветка экрана, которая активируется большой кнопкой, расположенной сверху. Эта же кнопка переводит будильник в режим «дремать». На тыльной стороне корпуса метеостанции располагаются кнопки управления и первоначальной настройки. На основе своих измерений станция строит прогноз погоды на ближайшие 12 часов, который отображается на экране в виде пиктограмм. Ниже наружной температуры отображаются максимальная и минимальная уличная температура и влажность за истекшие сутки. Кроме этого, фиксируется максимальная и минимальная температура за истекший период. Эти значения с указанием соответствующей даты и времени можно посмотреть, нажав кнопку Memory на тыльной стороне корпуса. Этой же кнопкой можно сбросить эти значения, нажав и удерживая ее в течение нескольких секунд. Есть возможность установить граничные значения внешней температуры, при выходе за которые станция подает звуковой сигнал. Под температурой и влажностью внутри помещения расположена шкала, отображающая уровень комфорта в помещении. Эта функция поможет вовремя принять меры по нормализации микроклимата. И, конечно же, часы и будильник помогут вам никуда не спешить и никуда не опаздывать. Итак, на наш взгляд, метеостанция TFA Sky – простой, но функциональный метеоприбор в своем ценовом сегменте, который уверенно может быть рекомендован к покупке.